прикол, красавчик, помогает в баскетбол играть. Да-да-да, давай. Ну-ка там подаем пас. Пас подай. Сейчас лапами только что мяч ловил. Вот так. Ну-ка давай. Что, они неправильно играют, да? Неправильно играют. Да? Сметаны наелись? Да? Все нормально? Давайте, молодцы. А где братаны черные? Что, не взяли с собой тебя на огород лягушек ловить, а? И мышей? Нет? Правильно, лучше телевизор посмотреть, да, красавчик? Молодец, красавчик. Вова пушку зарядил. Вон, сметану даже не едят. Уже все, наелись. А Вова тоже кофеек со сметанкой. Вот с утра кофеек со сметанкой, вечером пивасик с рыбкой. Надо почаще ходить смотреть пушку. Фу, сегодня полегче. Ну, дел еще очень много. По двору там пипец. Работы непочатый край. Ну, просто успокаивает то, что шмурдяк сушится. А за ним надо смотреть. Не дай бог, какая веревка оборвется, пиздец. Не потонула, так сгорит. Это 26 градусов в квартире, а пушку на 45 потихонечку подкрутил. Вот так все сушится. Все, тут и ковры, короче, и шмурдяк весь. Короче, на 100% пушку уже второй день отжимаю. Сегодня уже даже половикина понаходил. Все там, одеяло с кочегарки, которое на кочегарке зимой кочегарю. Вот, все на 100%. Весь шмурдяк подостывал из всех мешков, короче, прожаривается вообще. Так что 100% МЧС отрабатывает. 7-й отряд МЧС. ПСЧ, это пожарно-спасательная часть номер 32. Вот, а там вот я, видите, за окошком красная. Это гостиница «Маяк». Там вот я кочегарю. Вот там котиков я нашел. Ну все, коротенько. Отрабатываем, книжечки все спасли. И новорожденных как воспитывать, и заповедники Приморья, и Библии, энциклопедии. Короче, тут все. И почемучка. Внук вот сейчас 7 годиков пошел в школу. И дочины фотографии со школы. Все спас. И армейские фотографии. Это чтобы не улетело. И домашнюю бухгалтерию. Короче, это. Владимир Владимирович Стороженко молодец. Смотрите YouTube канал Владимир Стороженко, там реально много полезного. Реально много полезного. И вот мне же помогли советом грамотным. И я с коэффициентом полезного действия сработал. О, черный пришел. Давай сметанку, давай. Вот это нас спасло от онкологии. Вот еще. Все, все в куче. Все дружненько у вас. Все дружите, все друг друга берете на прогулку. Вот. Вот это нам помогло против онкологии и против суставов скрюченных. Вот ламбре, понятно. Вот загуглите трансферфактор в спорте, трансферфактор при онкологии, при инсультах, при инфарктах, трансферфактор в педиатрии, трансферфактор в ветеринарии, в стоматологии, везде. Спортсменам, бизнесменам, малюткам, кто детишек может иметь, кто не может иметь. Вот все, вознаграждение, 9 видов заработка, все. Это вот бифри, деньги на каждый день. Вот на это у меня ставка, потому что это надо много соображать, изучать. Сейчас вот ребята на Дальневосточном саммите в Находке на Леваде отдыхают. Но я не поехал, потому что мне надо сушить. А так я вообще каждую осень в это время, традиция у нас, мы отдыхаем. Вот Full Life Research, саммит Дальневосточный. Это саммит 2023 года. Да, красавчик, да, правильно говоришь. Вот, а это вот легко и просто касса взаимопомощи Бифри. Я уже $450 получил. Вот, заносим или $30, или 75, или 150, или 300, или 900, или 2700, или 800. И получаем от $150 до $30,000. А это Ламбре. Ламбре International Group. 20 лет прозанимался. Это вот директорская шкатулка. Я директор третьего ранга. Коллектив 980 человек под знаменами. Я нашел 150. Ну и получаю сейчас по тихой пенсию от Ламбре. Ну все, друзья. Ну и самое актуальное, это вот триммеры. Это вот скосить траву могу вам. Противопожарная сейчас система. Вот на ходу
Все, вот такими объемами леска по полкилометра. Вот смотрите, сколько я уже скосил. Это полкилометра леска, 500 метров. Это 236 потоньше. Вот такими объемами я работаю. Представляете, в день уходит, ну смотря какой участок, в летнем Суворовском училище в день уходит 20 метров лески. Смотрите, сколько я там уже скосил лески. Вот это полкилометра, полкилометра. Вот это получается по 236 метров. Раз, два, три, четыре. Там еще две катушки полных, да? И то это я выбрасывал, это я вот я для котиков начал собирать. Они вот тут как на тарзанке, как театр Юрия Куклачева. Вот так сидят на них, прыгают вот так, прыг-прыг с места на место. Ну все, друзья, YouTube-канал Владимир Стороженко, +7 924 123 24 44, с WhatsApp, с Telegram, +7 914 974 45 45. Сушим, короче, все сушим. Гамаки все сушим, короче, дрова сушим, уголь сушим. Все, из трех холодильников один рабочий. Все, молодцы. Ну, есть бизнесы, будем развиваться, объединять людей. Так что приглашаю в команду. +7 924 123 24 44. Помогай всегда вам Бог.